сегодня занимаюсь перевалкой Пеларгонии, так, и хочу вам показать, что нужно сделать, если у вас нету горшка с капельным поливом. Вот посмотрите, вот обыкновенный горшочек. На дно я положила вот сюда мох. Вот я вкладываю мох. Дальше сюда я насыплю керамзита. Насыпал керамзита, их разровняю здесь, так. Вот, видите, как аккуратненько все получилось. Ну, а сейчас берем пеларгонию. Так, я вам хочу показать, вот она, пеларгония, которая у меня была в горохе. И, конечно, ее пора уже пересаживать, потому что она вот-вот зацветет, да. Вот берем ее аккуратненько, вытаскиваем, смотрите. Вот я вытащила ее. Так, горшочек. Так, посмотрите, вот они, корешки. Так. И вот так вот я сюда аккуратненько сейчас буду поставлю. Я не повредила корневой системы абсолютно. Так, вот. Сейчас я вот так кругом обсыплю землей. Так, земля у меня специально для пеларгонии. Так, покупная. Вот. Я ее обсыпаю здесь. Так. Вот. Итак, вот он получился у меня горшочек с пеларгонией. Точно так и со вторым горшочком буду делать. Вот он уже у меня тоже здесь уже есть мох. Так, высыпаем сюда керамзит. Вытаскиваем пеларгонию. Вот мы вытащили. Помещаем сюда. Так, и засыпаем землей. Вот она. Горшок можно нести домой, а можно и оставить на улице. Я оставлю на улице. Можно высадить и в землю было бы, но я не хочу. Почему? Потому что потом, когда наступает осень, нужно опять ее забирать с улицы. А так, если она у меня будет в горшках, вот она, тогда очень легко и просто ее домой забирать. Горшок достали, обмыли, привели в порядок, и у вас будет пеларгония в домашних условиях уже себя чувствовать. А вот сейчас за лето она разрастется. Вы с ней обязательно должны сделать все операции, которые я вам показывала в предыдущих роликах своих. Так, в этой я уже верхушечку прищипнула, поэтому жду ветвления. Так, в этой уже не надо ничего, потому что все уже здесь сделано. Даже вот видите, там, где я прищипнула, вот уже новый даже росточек сбоку пошел. Видите, какая будет шикарная пеларгония вот эта. Вот. Так что все у меня готово для того, чтобы пеларгония чувствовала себя здесь уютно и комфортно. Вот показываю вам пеларгонию, которая растет у меня уже посаженная прямо в землю. Видите, вот она уже давно у меня, почти месяц здесь, да? Вот. И вот она какая у меня. Цветет, да? Угу. Пускает боковые побеги. Вот смотрите, я показываю, вот видите? Вот здесь пускает боковые побеги. Здесь, вот сколько их тут. Что вот она разрастется и будет пышная, это уже скоро. Видите, вон побеги вот здесь вот по краю листья закрывает. Да? Здесь тоже верхушечка уже цветет. Вот это уже отцвела. Ну, вот такой у нее тут комфорт или дискомфорт. Ну, я думаю, что комфорт все-таки хорошо здесь на фоне маргариток моих. Сочетаются красиво эти цветы вместе. И вот так они растут. А вот еще сейчас покажу вторую. Вот видите, вот здесь вот пеларгония тоже у меня растет. И тоже вот здесь вот она посаженная. В землю прям. Так, я это уже не буду выкапывать. Вот эти сухие веточки, которые можно оборвать. Да? Вот видите, сколько она пустила боковых. Так вот, я не буду ее уже выкапывать. По осени наделаю побегов и сделаю себе новую и красивую пеларгонию, которая будет у меня расти дома. Это для того, чтобы не свести сорт. Таким образом, я показала вам два способа посадки пеларгонии. Один из них, вот он, прямо в землю.
другой способ в горшок. А потом горшок закапываете в землю, ну вот, чтобы не поливать так часто, влага-то будет, и так ваша пеларгония будет хорошо себя тоже чувствовать в таких вот условиях. Вот, мои дорогие, и все, что я вам хотела сегодня рассказать про посадку пеларгонии на улице.